Сейчас я расскажу вам об одном обезумевшем роботе, который случайно оказался в 19-м, а может быть даже и в 18 веке. Он реально обезумел, оказавшись в бескрайних полях, бескрайних лесах России, среди покосившихся изб, среди крестьян, пашущих бесконечные поля, уходящие вдаль за горизонт. А еще он обезумел от того, что заряд его аккумуляторов, его батарей вот-вот должен иссякнуть. И он медленно откинется среди этих бесконечных унылых полей, березовых рощ, где нет ни электричества, ни батареек запасных. Негде ему пополнить запас. И от этого ему бесконечно, просто бесконечно страшно. И он в предсмертной, так сказать, агонии медленно загибается. И самое главное, что мы ничем ему не можем помочь.